точнее, что мое время не железное, понятно? Мое время на камере, мое время жизни, мое время инспиратива и так далее. Я буду качать камеру тогда, когда мне надо. Если закончить сроку, блядь, я ее закончила. Я нужна в правильных упражнениях, после, не знаю, что мне делать после воды. Я хожу и после снега. И камера это мне никакого отношения.